Всем доброго времени суток, вы на канале HardReset.info, это телефон Xiaomi Redmi Note 4, и сейчас я вам покажу, как можно добавить или же удалить Google аккаунт с устройства. Для этого мы нажимаем на настройки, спускаемся вниз до пункта Google, выбираем его, нажимаем вход в аккаунт Google, ждем, вводим наш адрес электронной почты, нажимаем «Далее», вводим наш пароль, снова нажимаем «Далее», соглашаемся с политикой конфиденциальности и ждем. Спускаемся вниз, принимаем, и теперь аккаунт у нас подключен. И как же теперь с него выйти? Для этого мы должны спуститься чуть-чуть ниже, к пункту аккаунт и выбрать пункт синхронизации. Тут мы выбираем аккаунт Google, нажимаем еще, нажимаем удалить аккаунт, подтверждаем и еще раз, и еще раз. И собственно на этом все, аккаунт у нас удален. Если я попробую еще раз зайти в пункт Google, аккаунта тут не окажется. И, собственно, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока.